Вениамин Кондратьев вместе с министром спорта Виталием Мутко оценил, как идет подготовка объекта к Кубку Конфедерации и Чемпионату мира по футболу. На Фиште возводят новые трибуны, чтобы увеличить вместимость стадиона до 45 тысяч мест, как этого требует ФИФА. Уже установлены современные дренажные и поливочные системы, а на поле уложен новый газон. Кстати, составляющие почвы специально подбирали в центральной полосе России. В целом, еще раз скажу, каких-то критических отставаний или там тревог больших у нас нет. В целом край справляется, как и справился с проведением Олимпийских игр, абсолютно уверен, справится с проведением и Кубка Конфедерации и Чемпионата мира. Подрядчик, который сегодня осуществляет реконструкцию, увеличил практически в два раза наличие строителей здесь, на этом объекте. Привлечены студенческие отряды строительных факультетов нашего края, что дает возможность нашей молодежи быть сопричастным к этому грандиозному событию, как Чемпионату мира по футболу. И я хочу сказать, что стадион Фишт принес России славу олимпийскую. Я уверен, что он принесет нашей стране славу футбольную. В Сочи также построят 3 тренировочные площадки. Кроме этого, на территории региона появится 6 баз для проживания сборных. Кубок Конфедерации по футболу пройдет в следующем году с 17 июня по 2 июля. Уже определены 6 из 7 стран-участниц турнира. Кроме России, это Германия, Австралия, Чили, Мексика, Новая Зеландия и Португалия. Перед соревнованием на стадионе Фишт обязательно должны провести 4 тестовых матча с полной загрузкой.